Отметить достигнутое и обозначить цели на будущее. Гродненское областное объединение профсоюзов подытожило работу за год. Четвертый совет собрал весь профсоюзный актив Гродненщины, а это 15 областных отраслевых организаций и 18 районных объединений профсоюзов, ежедневной работой которых является защита прав трудящихся. Что на практике означает контроль за своевременной выплатой зарплаты, отпускных и командировочных, режимом и условиями труда и отдыха, занятостью населения в целом. Главная задача профсоюза – отстоять интересы каждого. За прошлый год в ходе специальных проверок было выявлено 1400 нарушений законодательства о труде и составлено около 80 исковых требований к нанимателям. В 27 случаях из них профсоюзные юристы представляли интересы трудящихся в судебном порядке. Остается актуальным и производственный травматизм. Тем не менее, успехи в его сокращении уже есть. Если в 2016 году на производстве погибло 16 человек, то уже в 2017 году нам удалось снизить эту цифру до 10. Тяжелые травмы в 2016 году получило 75 человек, то уже в 2016 – 61. Но все равно травматизм остается высоким. И я сегодня хочу еще раз обозначить эту проблему и настроить людей на работу. А это усилия целого ряда специалистов, органов власти, правовых и технических инспекторов, нанимателей и самих работников. Сегодня профсоюзным движением на Гродненщине охвачено порядка 400 тысяч трудящихся, и каждый из них нуждается в поддержке. Ведь, как показывает практика, проблем на рабочих местах достаточно. Более 60% всех вопросов, с которыми люди приходят в профсоюз, касаются трудовых, социально-экономических прав и гарантий. Только с нашим вмешательством выплачено незаконно удержанных или недоплаченных более 400 тысяч рублей нашим членам профсоюза. Большую работу профсоюзы проделали по созданию новых первичных профсоюзных организаций, особенно в частном секторе экономики. Таких первичек в прошлом году появилось 62, в том числе в регионах. Мы ежедневно работаем с представителями трудовых коллективов, бываем в этих коллективах. И лицом к лицу сегодня встречаемся с людьми, которые работают на местах. И нас волнует, мы видим проблемы этих людей. И всячески стараемся ежедневно прикладывать все усилия для того, чтобы помогать решать те или иные проблемы. Дополнительное значение заседание приобрело и по причине кануна правового приема, который профсоюзы традиционно проводят каждый последний четверг месяца. Он состоится уже на следующей неделе, 29 марта, в Гродно и во всех районных центрах области.